раз победа. Расскажи, вот в прошлом году ты в финале оступился, стал вторым. На сегодняшний день как ты настраивался? Спасибо. Да, в прошлом году проиграл. В этом году уже настраивался, понимал, что если проиграю, то ничего, если выиграю, то много чего, много плюсов. Поэтому настраивался до конца, как на последнюю схватку. Многое на кону было. В России, Дагестане, Чечне там нигде не ценится. Бронза, серебро, поэтому старался выиграть. Чтобы ездить на крупный старт. Да, конечно. Ну, расскажи, вот у вас такой представительный состав был. И ставили в основном на Седакова, и ты тоже был там в тройке фаворитов. Что ты сам вообще думал об этом? Ну да, видел, там и разводили нас по сетке. Это тоже своего рода ответственность, потому что подтвердить свой класс, свою подготовку, то, что ты раньше делал, подтвердить, это тоже своего рода ответственность. У меня с Соболом боролся? Нет, я не боролся с ним. Я же недавно, в этом году только перешел, поэтому не успел еще бороться. Вот первая встреча наша. Вот по встрече что же скажешь? Какую тактику устраивали? Я как краем уха услышал, то, что сказали, главное, чтобы ты вначале не раздал баллы, не пропустил, да? Да, вначале, пока он свежий, не раздать баллы. И за счет выносливости работать. И поэтому такая была тактика. Не дать раздать баллы, не раздать баллы. Что сказали вот именно в перерыве? Ну, перед тем, как ты перевернул ход событий, свою пользу. Сказали также работать, не останавливаться. И не секрет, кто тебе звонил сразу после победы, еще во время интервью тоже звонили. Такие серьезные звонки из него были? Да, это мои братья Чечни, там, Мосор, Хусейн, они звонили, переживали, каждую схватку смотрели. Мой телефон там где-то, я его даже не видел, там, наверное, много звонков от мамы, отцу я сам сейчас первый позвоню. Да. Самую громкую, наверное, да, на данный момент подростку? Подростным, да, самая такая победа, значимая, и в такой весовой категории было очень важно выиграть. Кому-то, может, посвятишь эту победу? Ну, какие вот дальнейшие планы, что ты думаешь дальше? Дальнейшие планы готовиться, иншаллах, надеюсь, что будет чемпионат мира. Надеюсь, что он будет, и буду готовиться к этим стартам. А так, основная цель Олимпиады – готовлюсь сюда. Я о мировых топах что скажешь? Я помню, ты там с Чамизовым претендовал на схватку. Сейчас это более реально стало. Ну да, вот он вызывал на схватку во время карантина еще. И я тоже был готов, мне тоже было интересно с ним побороться. Один из лидеров мира. И поэтому мне было интересно. Ну, я жду этой схватки. Может, на чемпионате мира мы уже встретимся.